Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале, где каждый день мы говорим обо всем, что произошло в мире звезд и знаменитостей. Не забывайте подписываться, ведь свежие новые ролики выпускаем каждый день. Последнее время буквально одна за другой на нас сыплются скорбные вести о наших любимых отечественных артистах. Они радовали миллионы людей по всей стране своим творчеством, выступали на сцене, играли в фильмах и сериалах, и именно этим навсегда запали в душу зрителей. Несмотря на то, что поклонники российского кинематографа часто думают, что такая ситуация складывается лишь на нашей сцене, и лишь знакомые всем нам актеры уходят один за другим, к сожалению, то же самое происходит и в мировом кинематографе. Сегодня стало известно, что прямо на съемочной площадке навсегда ушел популярнейший актер, снимавшийся в ярких фильмах и сериалах. Ушел Джей Пикет. Все случилось прямо на съемках нового фильма «Долина сокровищ», и причиной стали проблемы с сердцем. Помочь актеру не смогли ни квалифицированные медики, ни близкие, которые окружали его в тот момент. Напомним, он снимался в таких сериалах, как «Менталист», «Декстер» и множество других. К примеру, «Отчаянные домохозяйки». И вот сегодня пришла эта очень печальная новость. Приносим соболезнования всем поклонникам. Каждый день на этом канале мы следим за развитием событий. Не забывайте о подписке, и пусть все беды и невзгоды обойдут вас стороной.